Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6. Урок 26. Заполним пустые окошки. В первом примере неизвестно второе слагаемое. Чтобы его найти, мы должны от суммы, от 8, отнять первое слагаемое, 5. 8 минус 5 получится 3. Во втором примере у нас неизвестно уменьшаемое и неизвестна разность. Уменьшаемое у нас будет 9, тогда разность у нас будет равна 3. Значения могут меняться. Если бы уменьшаемое у нас было 8, то разность была бы 2. Если бы уменьшаемое было 7, то разность была бы равна 1. Если бы уменьшаемое было равно 6, то разность была бы равна 0. Но мы выбрали такое уменьшаемое – 9. 9 минус 6 равно 3. 7 – это уменьшаемое. Вычитаемое неизвестно. Разность 5. Чтобы его найти, мы должны от уменьшаемого отнять разность. 7 минус 5 будет равно 2. Решаем примеры, состоящие из нескольких действий. 1 плюс 3 будет 4. 4 минус 2 получится 2. 9 минус 5 равно 4. 4 прибавить 0 будет 4. 6 плюс 1 равно 7. 7 плюс 2 равно 9. 8 минус 2 будет 6. 6 минус 5 – 1. И 1 прибавить 6 будет 7. 3 плюс 4 получится 7. 7 минус 2 будет 5. 5 плюс 1 будет 6. 7 минус 0 будет 7. 7 плюс 1 – 8. 8 минус 4 получится 4. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.